сына вора в законе Олега Мухаметшина, известного как Муха, или Муха Люберецкий, задержали за кражу и нападение на курьера. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Роберт Мухаметшин заказал в магазине Брандшоп несколько вещей, а когда курьер доставил ему покупки, с ним рассчитались не деньгами, а ударом телескопической дубинки. Роберт забрал из заказа штаны с полосками Adidas, однако спустя пару часов был задержан. Полиция вычислила его по камерам наблюдения. Добавим, что его отец, Муха, был коронован в 1993 году. Практически все это время он провел в местах лишения свободы.